году было больше, оставить то, которое было. То есть у нас по северо западу было как? Второе место было плавающее. Я ну как-то традиционно учат учить три штуки призовых мест, а три призовых. Хорошо, кто за то, чтобы... Лучше звучит на троих. Кто за то, чтобы у всех было по три места прошу голосовать? Большинство. Решили по три места. Причем у Москвы тоже. И у Москвы тоже три места. Везде по три места. Голосовать хотите? Везде по три. Женщин по два. Женщин меньше всегда было. Женщин по два. Женщин участников. Женщин два. Мужчин там до 80, женщин 36. Тогда и в Москве меньше по два. То есть всем по два. Женщина всегда мужчина всем по три. Женщины все по два. Да. Остальные по рейтингу. Вас ваши по рейтингу пройдут. А потом она сделает. Давай, тащи, давай. Во. А можно спросить? А я вот, извините, совершенно не согласна. Вот я проводила, вот по поводу женщин, пыталась составить списки, где какие шахматистки. И получается, что средний рейтинг различных регионов совершенно разный. И если взять, например, Дальний Восток, то там, извините, средний рейтинг 1874. И как им дать два места? По сравнению с теми, например, каким-нибудь сибирским, где 2273. То есть это высочайшая просто несправедливость. Как так можно? То есть у нас в высшей лиге будут играть вот много слабых шахматистов. В высшей лиге у нас еще много участниц будет по рейтингу. По рейтингу, вот я составляла эти списки, в основном идут из Москвы шахматистки. То есть то, что вы говорите, много у нас разных... по крайней мере, у женщин, проходит по рейтингу из разных других округов, это неправда. Основное – это из Москвы. То есть как можно Кавказу и Дальнему Востоку дать по два места, когда мы не добираем гроссмейстеров из сильного Приволжского, например, округа, из Москвы, из Петербурга? Это же совершенно несправедливо. То есть мы получим, не знаю, ну, много людей, которых в высшей лиге, ну, быть может быть, не так должно, а зато люди, которые действительно гроссмейстеры, имеют право играть в высшей лиге, они там не будут играть, получается. Ну как это понимать? Я приезжаю в году, замуж выходит. Готовы принять. Но это действительно несправедливо. То есть надо делать средний рейтинг по пяти участницам. И исходя из него уже делать какое-то количество мест. Разным округам совершенно по-разному. Средний рейтинг победителям отношений не имеет. Средний рейтинг 1800. Из Дальнего Востока никто не поедет, уверен. Надо по аналогии с другими видами спорта сказать, что это же чемпионат России, территории должны быть представлены. Понятно. Если в Москве 100 гроссмейстеров, пусть все они разыграют чемпионат России, а Дальний Восток вообще пусть не играет, что это же тоже другая сторона. Мы никогда не разовьем. Там не разовьешь, когда шансы. Просто, да, если не играть. Любой вид спорта, биатлон показывает, один там на 80-м месте, но все равно, что в Москве, что там одинаково отдается место везде, в любом виде спорта. Здесь надо, территория должна быть равноправной. Нет, это а еще... России, государство. Поэтому... Нет, ситуация же может измениться, сегодня там больше, а через 5 лет ситуация изменилась, опять менять положение. Единственное, что можно сделать, чтобы... Единственное, что можно сделать, по аналогии, если брать футбольную аналогию, хотя в этом году при жюри Йоки чемпионат России по футболу была взята система шахматная, слышал на втором этапе, который сейчас не всем понравился. Если брать футбольную аналогию, там есть такая штука, что лучшая команда, дальше третье место в группе, автоматически выходит в финальную часть чемпионата Европы, в данном случае, если говорить о цикле этого года. Можно сделать примерно то же самое, какое-то количество, не знаю сколько, одного, двоих лучших третьих в округах. Каждый искать, где получше, а себя не сможем провести, например. Почему? Вы что, проигрываете в своем? Нет, в разных турнирах. Рейтинг выбирать в разных турнирах.
А то, что в регионе проводится, ну что она... А вот были такие... Мы же расселяем их автоматически. Вот 2003 еще были. Чемпионат Сибири и Дальнего Востока. И такой в течение 10 лет. Ну что? Хорошо. У нас есть шахматисты, которые играют в Москве. Хорошо, я не верю, что на Дальний Восток все не согласны. Я все-таки не понял вопрос. Я не понял вопрос про регионы. Я сейчас говорил только про... тех, кто выходит из окружных турниров высшую лигу. Ничего про регион не было. Нет, вы сказали лучших по... Ну какая? Лучших по рейтингу из окружных турниров. Вопрос о перерыве. Из турниров, не общий рейтинг, а только... Из турниров. Смотрите, еще раз. У нас высшая лига будет выходить по вот эти паритаженской части. По два человека из каждого окружного турнира. Сколько там человек просто по рейтингу. Как это сейчас есть с рейтингом не ниже 2,285. И еще две участницы, самые высокие по рейтингу, занявшие третьи, занявшие не... места не ниже третьего, но имеющие самые высокие рейтинги. Да, занявшие третьи места в окружных соревнованиях. Когда третья участница из самого сильного турнира точно выйдет. Никакой проблемы здесь нет. Даже из двух сильных турниров. Что? Еще раз, получится, что сильная округа получит дополнительное место, потому что там будет третья участница, вышедшая по своему рейтингу. Он может быть там 2,200, он будет ниже, чем 2,385 на лобы, потому что заняла третье место в своем регионе. Оказалось выше по рейтингу, чем другие. И четвертый мужчина также. Мужчина может добавить трех человек. Это проблема же решается, которую вы говорили. Я говорю не одну, а то двоих. Два места выйдет. Допустим, третье вы еще можете туда отдать, а четвертое, пятое. Эти четвертые и пятое, они будут сильнее играть, чем там второй. Ну тогда первое, а что проблема? Же смысл системы в том, чтобы вы отбирались сильных соревнований. Тогда надо вообще убрать окружные соревнования. Какой не смысл? И убрать всех по рейтингу просто. 200 участников по рейтингу. Замечательно. Ну тогда не будет шанса в Дальнем Востоке никогда. А почему одно, а не два? Почему одно? Почему одно, а не два? Ну что? Есть два вопроса. Есть два вопроса рейтинга и развития шахмат в регионах. Если те, кто живут в слабых шахматных отношениях региона сегодня, не видят, что у них есть хоть какой-то шанс пробиться, значит, там ничего не будет развиваться. Это хоть какой-то шанс. Реальный шанс показать себя, побороться.